В Мирном скоро начнут проводить диагностику на аппарате МРТ. Дорогостоящее оборудование уже привезли в алмазную столицу. С его помощью можно будет делать исследования внутренних органов и тканей человека. Стоимость покупки больше 100 миллионов рублей. Приобретен он медицинской фирмой «Профмед» в рамках социально-частного партнерства с администрацией Мирнского района. Местные власти предоставили помещение для клиники и установили льготную арендную плату. Сейчас идет монтаж аппарата. Затем начинается технологическая система присоединения, сервисное обслуживание, получение лицензии. И к концу года есть дорожная карта, составленная профмедом по согласованию с нами по пуску МРТ. И к концу года МРТ заработает.